17 сентября около 15 часов дня на 26-м километре Ялтинского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль «Урал» морской пехоты военно-морских сил Украины следовал из Севастополя. Намереваясь повернуть к селу Тыловое, перестроился в левый ряд. Правая полоса оставалась свободной. Следовавший за ним автомобиль «Таврия» пытался произвести обгон с выездом на полосу встречного движения. В результате «Таврия» ударила правым крылом в левое переднее колесо «Урала». О силе удара говорит то, что стальные тяги гидроусилителя рулевого управления грузовика были вырваны с мясом. Диск колеса согнулся, а «Урал» ударом развернуло на дороге. Потерявшая управление «Таврия» с разбитой подвеской передних колес пролетела еще около 150 метров. Один пассажир «Таврии» погиб. Водители и остальные пассажиры получили травмы. Следствие определит причины аварии и виновного. Водителям же стоит помнить, что внимание на дороге терять нельзя. Иной раз быстрая езда приводит к огромным потерям времени, а также здоровья и жизни.